Всем привет! Вы смотрите канал Веломода. Сегодня мы покажем переключатель верхней серии Shimano. Это XTR, моделька M981. Сейчас мы покажем упаковку. Здесь написано, видим модель M981. Это downswing, то есть нижний подвод троса. Рассчитан на 3 звезды, то есть трипл. Сделано в Японии, потому что это верхняя серия. Верхние серии Shimano всегда делаются в Японии. Product of Japan. Переключатель представляет из себя, собственно говоря, вот такое изделие. Два регулировочных болта. Пружина. Хомут. Хомут максимально под 34,9 трубу. Также в комплекте идут специальные проставочные кольца, которые дают возможность установить его как под 31,8, так и под меньший диаметр трубы. То есть фактически под любую трубу. Ну и, собственно говоря, болт. Данная моделька — это downswing, то есть подвод троса идет снизу. Собственно говоря, вот такое вот изделие можно приобрести в магазине Веломода. Сейчас я продемонстрирую его вес. Грамма. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорых встреч!